Футбольный клуб «Локомотив» поднялся на пятую строчку турнирной таблицы в первой лиге чемпионата страны. В перенесенном матче 17-го тура подопечные Андрея Горовцова разгромили «Чисть» 5-2. В первом круге аутсайдер первенства был обыгран с теннисным счетом 6-0. Однако, как отметил главком железнодорожников, проблем с мотивацией у игроков не возникло. К новой встрече футболисты подошли с полной ответственностью. Со стартового свистка «Локомотив» обозначил свое преимущество. Команда проводила атаку за атакой, но вновь подводила реализация. И тем не менее, на перерыв хозяева ушли с комфортной разницей в счете 3-1. Дважды голкипера гостей огорчил Дмитрий Свириденко. Также отличился Дмитрий Вашкель. Во второй половине «Локомотив» не сбавил обороты и довел игру до победы. Как итог, 5-2. Беспроигрышная серия составляет уже 8 матчей. И команда сумела подняться на пятую строчку в турнирной таблице. Довольным, наверное, нельзя быть на 100%. Все-таки мы не можем себе проблемы не создавать на ровном месте. Опять же, первый тайм, уйма моментов. И хорошо, что закончили 3-1. В итоге какой-то нелепый вынос в середину, и опять получаем гол и начинаем все сначала. А так, в принципе, ребята выполнили все, что я от них просил, сыграли агрессивно. Ну, опять же реализация. Наверное, я не устану об этом повторять.